Студенты нынешние и будущие, всего более 30 команд, сегодня собрались в парке имени Фрунзе. Молодежь ждала увлекательный квест. Его подготовил Сочинский студенческий совет. Ребята сегодня прошли 12 увлекательных точек. Каждая из них поможет ребятам раскрыть свои личные таланты, свою командную сплоченность. К примеру, у нас есть точки на память, на ловкость, на реакцию. Есть специально развлекательные точки. Студенты, например, играли в интеллектуальные настольные игры, отвечали на каверзные вопросы и прыгали командой на скакалке. Квест стал и развлечением, и тренингом по командообразованию. Всего в приключенческой игре приняли участие порядка 300 студентов. Студенчество является активной когортой нашего города. Это огромный процент жителей. У нас студенчество и молодежь являются активными участниками и общественной жизни города, и помогают в социалке также у нас в городе. Это важно, конечно. В итоге лучшими в квесте стали команды Кубанского юридического, университетского экономико-технологического колледжей и Сочинского колледжа поликультурного образования. Они получили не только подарки. Главный приз, как уверяют сами студенты, это удача, которая будет способствовать каждому участнику квеста весь ближайший учебный год.